ты тогда перед тестом? Нет, я была в ужасе. Единственный способ сохранить порядок в обществе – это если каждый из вас займет свое законное место. Сегодня вы пройдете тест, который поможет вам понять, кто вы есть. Будущее за теми, кто знает, кто они такие. Готово? Это неправда. Твой результат не окончательный. Тест должен был показать, что делать. Мы должны доверять твои ему. Твои результаты отличаются от всех. Их называют дивергентными. Они не должны узнать о тебе. Они наблюдают. Ты должна спрятаться там, где они никогда тебя не найдут. Добро пожаловать к бесстрашным. Есть два этапа подготовки. Первый — физическое. Доведите ваши тела до совершенства. Тебе не победить, только не так. Рада слышать. Напряжение должно быть тут, ясно? Второй — духовное. Столкнитесь со своими страхами и победите их. Ты ошиблась, выбрав бесстрашных. Они узнают о тебе. Я знаю, кто ты. Я уже давно никому не доверяю. Я не хочу быть чем-то одним. Я хочу быть смелым, отреченным, умным, честным и добрым. Если хочешь выжить, иди за мной. Дивергенты угрожают системе. Мы в опасности, пока они существуют. Мы должны бороться. Готово?